И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Димончик, как всегда отличнейшее настроение. Сегодня играем в Гаррис Мод, поплыли. Высаживаться на берег. Я первей. Я вижу. Нет. Какой туман, вообще плохо видно все. Лодка чья-то. Где я иду? Здесь кто-то был, видишь, лодка чья-то. Это как баржа какая-то или что-то. Как быстрее, здесь походу пираньи эти. Ай-яй-яй, ты что меня пугаешь? Быстрее. 50 жизней! А, Димон, пираньи за жопу покусали, 20 хп осталось. Во, внутрь вроде как можно зайти, нет? Да, внутрь можно, как мы назад попадем, нас сожрут. Все, прощай, я в воду упал. Бэтмена убили. Главное, я труп и труп хавают. Димончик, пошли по мостику. Новый мостик, только построили. По-китосово вообще. Да, ну не видно, китайцы. Вот-вот, только подлатали свежие доски, аккуратно. Можешь провалиться за свежих досок. А так-то место хорошее, домик на берегу. Застроить, ну, да, и жить неплохо, можно. В принципе, море, знаешь, с пираньями. Пираньи, классно. Просто. Не покупаешься. Да. Вышел, зашел в трусах, вышел без трусов. И, наверное, не только без трусов. И без причиндалей своих. Ой, настроение классное. Если вы кушаете, пьете, приятного аппетита. Ведь не забыл пожелать, потому что, ребята, у меня стоит чаище. И как всегда, за вас. Вкуснотища-то какое. Надеюсь, у вас чай вкуснее, чем у меня. Кстати, мне здесь сидит сука-гипнотизер, даже вам специально покажу. И просится у меня на ручки. Смотрите, ребята, кто у меня здесь. Красотулечка. Она хочет со мной попасть в ролик. Так что садись, усаживайся поудобнее. Началось у нее этот приступ любви у Ксюши. Няшка наша. О, не, Ксюшенька сейчас будет здесь по микрофону тереться. Надо ее как-то уложить здесь. Так вот. О, Ксюша, ложись. Она еще сильнее. Так, смотри, там туннель есть. Пойдем посмотрим, что в туннеле. А людям нравится, когда кошка у меня лазит по шее и по голове. У Ксюши уже... А, это вал, короче, все. Это тупик? Так, приближаемся. Там вот видишь пещерку? О. Я боюсь, что меня пираньи загрызут опять. Все мои причиндали отгрызут. Рыбкой. Да-да-да, прыгаем. Плыву, быстрей. А нет, тут нет пираний. Здесь все четко. Да, здесь отлично. Есть. Ух, ребята, это было стрёмно, потому что в тот раз вы видели, пираньи меня загрызли. Здесь свет есть. Здесь, значит, электричество есть. А, генератор стоит, видите, ребята? Ага. Все четко. Так, тогда сюда идем. Здесь кто-то живет, логично. Да. Может, кто-то обитает, какой-то рыбак. Или какой-то маньяк. Сейчас будем выяснять, кто же здесь обитает. Рыбка! Ого, далеко прыгнул. Так, где здесь дома, ты говорил? Вот, смотри, поднимаемся сюда, вот лестница. Я не вижу ее. А, вижу. Такая лесенка неприметная. Не страшно, не упадешь? Да нет, не падает. А, я застреваю, когда прохожу там. Вот домик, Димончик. Да, где домик? Вот. Вот тут, мне кажется, кто-то живет. Давай проверим. О, дом открытый. О, здесь как будто как склад. Ну, я спрыгиваю вниз. Можете написать в комментариях, откуда эта карта, с какой игры. Потому что я сразу догадался, когда мы запустили. А вы можете написать. Посмотрим. Немножко знания игр ваши. Чуть-чуть совсем. Но я думаю, вы догадаетесь. Ну да. С какой игры там она. Может... Ты перепрыгнул, да, туда? А там что-то есть? Да, тут есть. Прыгай. А, типа допрыгнул. Да. Смотри, вон там кровь вообще. Видишь? О, кровище. Да. Главное, трупа нет. По-любому съел. Блин, жить как-то, знаешь, вышел такой из дома, нечаянно поскользнулся и упал. Да, и убился. Смотри, какая высота. Я что-то, знаешь, бы мостик на такой высоте не хотел бы. Как-то опасно очень. Я бы из дома не выходил. О, топор торчит. По-любому кто-то есть. А может, это курицу зарезали? Не знаю. А вот а здесь лес, типа, грибочки собирать, знаешь? Ну, курицу зарубал, грибочек собирал и сделал себе вкусное блюдо. Отлично. Сказал, за курицу с грибами, аж слюни пошли. Вниз можно еще спуститься. А, мы могли бы подняться и спуститься. Ну все, будем знать. Если на нас нападут или что-то, мы будем отступать. Да, через это. Пошли дальше. Вот. Все интереснее и интереснее, да, загадка? А представь, он где-то здесь есть? Просто за нами следит. Сделано прикольно. А вон еще дом. Видишь? Да, вижу.
Пошли туда. Большой такой дом. Да, может все-таки это как сарай у него, а живет он там. Димончик, я захожу в этот дом. Картошечку. Доставай оружие. Вот я оружие достал. Лопаты? Да. Димончик сейчас будет лопаты, короче, лупить. А ну отошли, это я тут. Да давай, давай, постучи по стенам. Да-да-да. Так, я наготове, если что. О, кровь, видишь, здесь тоже? Вот не зря я лопату взял. Блин, как-то здесь, знаете, жутковато. Так, ящики не разбиваются. Включаем фонарик, присветим здесь все. Много, а тут много, кстати, тут этой. Да, вот двери. Закрытые. Подвал вниз есть. Подвал затоплен, очень классно смотрится. Так, ящик не ломается. Давай залазим. Будет наготове. Заначка какая-то, наверное, да? Ну да, может тут что-то интересное. Бандита хвостом своим машет, прикольно. Блин, я пулями не могу загасить. Сильнее, чем да, я тут прям 100 пуль засаживаю, оно у него не ломает. Подозрительно. Вот откуда вода, видишь, льется? Да, там потопить, я говорю, что-то затопил сосед все. Угу, затопили. Демоны. Димас, ждать. Подвальчик неплохой, только сытся и глухой. Я эту шутку помню, да. Так, Димончик, на втором этаже я. О, на втором этаже здесь прям все обустроено. О, компьютеры. Здесь по-любому кто-то есть. Да-да, Димончик. Здесь кто-то живет, ищем человека этого. Или не человека, смотрю, мы еще не знаем, кто здесь. Со спутником, что ли, связывается. Здесь кровячка. Кровячка? Сзади тебя я. Да, я понял, я здесь просто смотрю все. Аниматроник! Бегай! Мать моя Тереза! Димас, у меня есть плохая и хорошая новость. Давай сначала плохую, а потом хорошую. Сгладим плохую новость хорошей. Хорошо. Давай. Как бы у нас тут аниматроники, это уже плохая новость. Да, ну он один, по крайней мере, может это и хорошая новость. Да. Или это и была хорошей? Нет, хорошая новость, то что я нашел проход к этому маяку, и то что здесь есть даже лифт, можем прям на лифте. Ничего, лифт рабочий на этом острове? Да. Здесь цивилизация лифт. Есть не какая-то. Лифт, не лифт, а какой-то транспортер, что ли, типа у нас перемещать. Я будет. Бегу к тебе. Знаешь, куда я бегу? Я бегу в это здание большое, где мы были. Да, забегай туда. Я здесь. Ты не убил аниматроника, не? Не-не-не, транспортер я пригнал, если что, можно на нем это, поехать прям до маяка. Я на второй этаж поднимаюсь, куда? На второй этаж, вот. Да, вот я сейчас. Иду. Аниматроники нас еще догонят. Иду. Закрываюсь, я закрылся, все. Спускаемся вниз. Так. Смотри, вот я пригнал эту штуку, махи. А! Там, давай, запускай, быстрей! Есть! О! Ес! Есть, ребята! Аниматроники! Он сюда не достанет! Он сюда не достанет, он не сможет его, достать! Стреляй. Смотри, вали его, вали! А мы можем остановить посреди дороги, чтобы мы здесь зависли? Не знаю. Ребята, смотрите, аниматроники бегают! Ищут! А мы здесь! Блин, опасно и классно! Опасно и классно! Вот эта фраза! Смотри, он нас ждет! Димончик, я такой чокнутый и в воду прыгну! От страха! Так, мы приехали, ребята. Да-да-да. Но они здесь, и они знают, что мы здесь что-то ищем. Так, Димас, приготовь оружие. Мы наверх еще самого маяка не поднимались, нам надо туда как-то попасть. А, аниматроник, Димончик! Ай-яй-яй, беги! Беги! А я на лестнице, он меня не видит. Он меня не может убить! Блин, я аж дернулся, у меня так рука немножко дернулась, я испугался. А, он даже бочку сожрал, который... Внутрь забегай маяка. Забежал. Забежал. Ну-ка. Все, едем, нормально. Может, об балку упираемся? Так, Димон поднялся, теперь поднимаюсь я. Все, поодиночке нормально работает, вдвоем никак. Не тянет. Димас, аниматроники, ты успел вовремя, кстати, подняться. Еще чуть-чуть, да? Да, там аниматроники стояли. Я вижу, он там прыгает, хочет к нам. О, смотрите, сколько компьютеров, я уже заговариваюсь. Ого. Вот что они охраняли эти компьютеры. Да, может, компьютеры эти разломаем? Да, наверное, мы взломаем. Все, бьем компьютеры. Хотя мы не знаем, зачем это делаем, но раз они охраняли, значит, сделаем им западло. Разломаем всем компьютеры. Так, они внизу там? Я слышу, он шипят там. Тихо. Шипучки. Че, я поехал вниз? Когда что мы делаем? О, может, тут можно в воду спрыгнуть по красоте? О, надо попробовать. А надо, короче, лифт спустить и прыгнуть в воду. Можно... А, ну подожди, тут я могу пролезть? А, не пускает, было бы прикольно. Во, попробуем прыгать. Смотри, хитрожопый какой я, Димон.
О! Эть! Здрасте! Он меня не может достать! О! Он меня через решетку за ногу укусил. Все-таки вот, убили они нас. Меня тоже съели. Так, Димончик, давай попытаемся хоть кого-нибудь убить из них. Надо убивать. Выходим их, да, на охоту. Теперь мы не ниндзя, теперь мы убивальщики. Убиваки. Убиваки, да. Ребята, будем стараться убить хоть одного аниматроника. Одного одинешенького. Ты видишь их? Нет. О, может ведро на голову одеть аниматронику и побить? Ты видел? В маяке куча трупов было, надо посмотреть, осмотреть это место. Да, кстати, пошли покажешь, я не видел те трупы. Ты думаешь, что аниматроники всех убили и притащили их туда? Да, там куча людей умерло. Я тебе покажу сейчас. Пойдем. Жесть, мне что-то даже страшновато на это смотреть. Там всякие трупы, расчленения, вообще ужас. Где трупы, ну показывай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Там... Димончик! Уходим, идет, уходим. Сколько? С тобой вокруг ходить, давай бежали и встретились. Забегай в этот. Забегай за... Ой-ой-ой, ребята, а сколько здесь? Все съели. Стой. Поднимайся. Они все трупы съели, Димас. Они за мной, ребята, они за мной. Ай-яй-яй-яй. Уходи. Я не вижу, куда бежать. Я вниз. Зажали меня, уходим. Уходим. Смотри, прям полтел туловища отгрызано. Ага, я тут вижу, да, ноги, видишь? Знаешь, что, они обгорели, они что, их зажарили, а потом съели? Они любят человеческое мясо зажаренное. По-любому. Видишь, тут ноги одни остались. Ну, а можно трубы эти брать, не? Не, нельзя. Можно. А, ну тогда, я думал, на Е можно брать. Смотри, они им даже стопы все оторвали. Воняет здесь трупом. Черепа всякие. Ящики ничего нет. Давай разломаем. Может в ящиках что-то еще есть? Давай поломаем. Они не ломаются. Не, вот эти не ломаются. Не ломаются ящики. Черепа, да. Я прям хожу по черепам. Противное зрелище и противное ощущение, вам скажу, ребята. Если будет возможность ходить по черепам, не ходите. Вам это не понравится. Крестик. Я так сверху маяка ничего и не рассмотрел. Они не дают, да, этого пойдем, сделать. Пойдем. Ну, конечно, кровища очень много. Это сколько они людей здесь убили? Ну, человек 15, наверное. Где-то. Но они там же их не едят, они же на электричестве. Получается, они их просто убивают? Ликвидируют? Они их пережевывают и выплевывают. Красота, как пережевывают и выплевывают. Красота-то какая. По мосту бегает, видишь? Ляпота. Они нас ищут. Где? Да вот на мосту аниматроник был, он нас искал. Я вижу, стреляй по нему отсюда! Давай. Так, ребята, аниматроник нам поднимается, надо уходить. Так наоборот. Да я понял, я уже запутал. Лестница. Так, наверх. Давай, а лифт наверху. Как так получилось? Прощайте, друзья. Хоть не зря приплыли, компьютеры разломали, можно валить. С этого острова пытаемся убежать, а аэроботы стоят там внизу наши. Главное оглядываться и смотреть по сторонам. Я видел. Блин, у меня же мурашки по телу выскочили. Это страшно. Вот он стоит. Он исчез. Что ж такое? Да ё-моё, я боюсь туда идти. Может, они не хотят нас пропускать? Давай на счёт три резко побежим. Давай. Раз, два, три. Нет! Вот такой. Я сейчас шаром по нему стрельну. О, смотри, прошу. А чё, я думал, он шар съел мой. Есть. Бежим. Словил. Ох, и крикливые, блин, жесть, я их боюсь. Громкие очень и крикливые. Так, продвигай. Во, смотри, он там. Где они? Димончик, ты меня пугаешь. Идите колотить. Ого, их тут. Так. Там Чиха. Она сейчас тебя убьет, Димон. Где она? Сзади меня никого нет. Вот она, стреляй! На тебе шаром! Блин, шары сквозь нее проходят. Бонни. Стреляем. Ай, сколько их здесь! Напали на нас. Главное смотреть на них, не отворачиваться. Смотрим. Так. Убивай.
Есть. Ух, ребята, у меня такая радость. Я думал, реально мы уже не сможем никого убить. Ну, эндоскелет. Я его боюсь. Да, уж. Эндоскелет самый хитрый такой. На тебе! И пойдем своей ножкой так опа делает. Блин, патронов нет. Будем с дробаша гасить. В пещере он, Димас. Гаси его с дробаша. Попробую этого сразу. Так, заряжай. Все. Смотри, как он прикольно слег. Вокруг острова плавают пираньи. На острове аниматроники. Куча трупов. Вы можете оказаться в том же месте, где и на первом этаже на маяке. На полу лежать. А че один аэрбот? Где второй? С пулеметом. Пулеметом? Вау. Это жесть. На тебе. На мини! Аниматроники наши аэрботы оттолкнули далеко в воду. Я вижу. А там пираньи, и мы не сможем туда никак доплыть. Да, да, да. Сейчас нам придется попотеть немножко. Попотеть? Они меня все причинали, пооткусывают опять. Я не хочу. Ой. Ай-яй-яй. Вон он, на мосте еще... рядом с тобой. Нам придется еще мосте. Здесь ночевать. Бей его. Я не вижу, кто. Бей, чифу, вон он. Я их боюсь же, они как чем ближе ко мне, у меня аж руки схватили. Есть. Все, чипы мертва. Фокси, Фокси, Фокси бегает. А! Ого, я сальтуху вымочил. Начало. Ой, я боюсь, мне кажется, они опять меня убьют. Но я сейчас попробую с разбега. Бэтмен, железный на яичнике одел. 70 хп, Диманчик. Диман. Так, один аэрбот. А где второй? Я не вижу второй. Так, а ну назад чуть-чуть сдай. Стоп. Есть. А, я сейчас упаду в воду. Нет. Твою мать. Нет, Диманчик, так не получится. Может, как-то я пригоню тебе подтолкать. Этот аэрбот? Давай я пригоню его как-то. Давай. Подталкивай. Это нелегкое это дело-то. Я знаю, у тебя получится. Во-во-во-во-во. Норм. Еще. Аэрбот, кстати, не очень-то и хорошо управляется, но у Диманчика получится, я уверен. Так. Так. Во-во-во-во-во. Давай, садись. Можешь? Есть. О, ура. Фух, ребята. На моем аэроботе. У тебя хоть пулемет есть? Вон они бегают, смотри! Где? А ты можешь с пулемета по ним пострелять? Диманчик, да, гаси могу. С пулемета! Плохо, у меня нет пулемета! Блядь, гаси, гаси, гаси! Он убегает! Давай, ребят! Вон, смотри, фиолетовый человек! Всех разогнали, все поразбегались. Убить, конечно, мы не смогли всех аниматроников, но остров исследовали. Компьютеры им разломали, все, что смогли, то и сделали. Они нам западло, а мы им сделали. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!